много ходов хороших было, и моменты были, и вратари сейфы выполняли достаточно много. Вот ценю высокую игру. Со стороны смотреть, то игра очень хорошая была. И время, для меня первая игра, где время быстро пролетело. Да, это ж темп. Сами разбрахтачи на край за него время то бързо е преминало. Там был момент, когда Левский нас поджал. Играта вот, не могли выйти никак из обороны, а потом все-таки мы стали можно делать выходы. Несколько слов, да. Играта беше бърза, на мен много ми допадна. И двата отбора имат еднаква заслуга да се получи такъв зрелищен матч. Разбира се, ние сме по-доволни, защото спечелихме, макар и с гол в края. Въпроси. Да. Национална телевизия. Колко заслужено беше победата на Славия Белград? Сколько заслужено било е като победа? Ну, если 1-0, значит заслужено. Ну, у нас достаточно было моментов, у нас 100% моменты были, на моменты 4 в первом тайме, когда я не забил, во втором тайме 4 же выходили да. в хорошие позиции Напомня, и не забили. Напомня, правя ретроспекция за положението, което е вкарал, не е вкарал отбора, но казва, что он печели с 1-0, значит заслужил. Мы хорошо в обороне играли, мы не давали пространств, не давали шансов, да были удары какие-то, а но иначе в таких моментах 100%. Да кажем, в футболен план ние не давахме много възможности да се играе. Ну, и нас, тази игра, да, която Левски да направи. Сегодня Марио. А и един добър вратар в този матч, Марио, който нас играл. Как хотим, чтобы он играл, вот так он сегодня отстоит. За сега не съм го виждал така да играе. За Марио Кирев става въпрос. Ами, господин Трахелов, ще стискате ли палци за ЦСКА във вторник, за да Слави играе в Евро? Бъдите болеят в ЦСКА, брат Кук. Но я армеец, поэтому я только за ЦСКА болею. Е, той отговори. Аз съм ЦСКА, така че и за българския ЦСКА ще стискам палци. Ще бъда за него. Той е от армейския ЦСКА. От московския ЦСКА. А я армеец, поэтому я... Поэтому... ЦСКА с Сетирска знамя наши друзья были всегда, поэтому Оля? За ЦСКА буду болеть только. Да, да, той знае ситуацията. Разбира се, че е за тях, защото зависи участието на Славия. При евентуален успех в следващия кръг. Има развой. Други въпроси. Кажи, Росен. Как си обяснявате промяната на загубата на 0-0? Ну, мы, как обычно, у нас много молодых. И, наверное, еще пока они и функционально, и тактически, они еще, может, не так готовы. Хорошо, поэтому с Лудогорцем мы не хуже играли, но много ошибались. И мы имеем много играчей. Поэтому мы дали Велкову отдохнуть, поставили да. Сергеева, Никиту, вот, дали Кораблеву отдохнуть, потому что тоже молодые еще. Такого напряжения они не выдержат. Знаете, чем мы молодые играчи, и при тях эмоция здесь се движи. Поэтому здесь чуть-чуть сделали, вот, ну и мы не, их не ругали, что 5-0. Ну, да. Так сложилось, я думаю, не по игре. Ну, ласно, сам им казал, не то на поэтому, сегодня вышли, критично они... думаю, на криво или обидно. Защото само казах, че всегда, това го има в футбол, но трябва да узреят и да не губят така. Мы посмотрели, у нас еще молодые, еще так функционально не так готовы, чтобы такой темп выдержать, а нужно такой темп выдержать. А и те са млади и функционално, не могат да темп. Издържат на едно високо темпо, такова каквото се играе. У нас сегодня было пятеро, которым 20, до 20 лет. И има двама по 20 години. И остальным по 25. На тях им идва много да играят. Поэтому молодая команда еще есть где-то... Кто-то не готов еще, чтобы да, постоянно играть, как Левский, как Лудогорец. Аз го говоря това нещо, откакто съм тук и се радвам, че съм начало на един такъв мах отбор, който има бъдеще. Проходит хорошую школу. Добра школа, добър резултат до момента. Това мога да кажа.